Как это произошло, я не знаю. Посмотрите, все погибли. Здесь какое-то месиво было. Лапки вон отдельно, матки. Лапки, матки отдельно, сама матка здесь. Что здесь произошло, я вообще не понимаю. Прям представляете, целая колония погибла. Вся, теперь все, целая ферма пустая. Зато здесь, ребята, посмотрите, во-первых, вот эта вся красивенькая такая, весь этот мох, это плесень, и я буду скоро кипятить камушки, то есть это не запланированные водоросли, это все нужно чистить, это сама по себе плесень такая выросла в аквариуме, но я сначала испугался, думаю, ёпта, что это такое, вы посмотрите. Думаю, кто мог отложить такие личинки, кто мог вообще забраться в аквариум? Представляете, сколько у меня новых каких-то питомцев назревает. А потом понял, что сюда же доступа нету, и это только могли быть вот эти вот желтые улитки. Поэтому здесь у нас жизнь рождается. Колония умерла, муравьишки погибли, зато здесь жизнь цветет. Но не буду скрывать, со старта я очень испугался. Думаю, капец, кто это собирается здесь у меня вылупиться? Вы прикиньте, причем так много. Пришлось раскрутить полностью ферму, чтобы сейчас вот все остаточки, всю эту расчлененку в наш гробик переместить. Сейчас поедем хоронить муравьишек на природу. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите. Но мне нужна еще от вас поддержка. Вышло интервью со мной. Первое полноценное такое большое откровение на 2 часа. Ребята, я оставлю ссылочку в описании. А можете просто вбить интервью Хасмут. И вы сразу его найдете. Там очень много вопросов, к которым я был совсем не готов, такие каверзные, про личную жизнь, про мои самые большие провалы в жизни, сколько я зарабатываю, сколько зарабатывают блогеры, да и вообще как стать успешным блогером. В общем, очень много, я надеюсь, интересной информации для вас. Плюс я разыгрываю мерч, дарю футболочки с нашим мерчем тем, кто задаст самые интересные вопросы, которых мне не задал интервьюер, а вы их придумали и в комментариях написали. Но для этого вам нужно оценить видосик. И мне действительно будет очень интересно почитать, интересна ли вам была моя жизнь и вообще что-то из этого. Может, что-то более детально рассказать. Поэтому обязательно оцените, посмотрите и поехали на природу. Муравьишкам бы это понравилось. Обязательно, я им передам, когда буду там. Дурак. Жди, 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 скоро стартанем. Вы готовы? Очень даже. Давай, малышка, нужно помянуть муравьишек. Вот так вот, все, топай. У нас сегодня очередной Ах ты ж мразь! Ну ты падла! Так, мы тут вам рыбку не распугали. А вы прям здесь будете? Так, а как идет? Процесс идет? Тихо. Так. Получай. О-о-о, вы прикиньте, уже уловчик есть. Ну вообще красава, красава, настоящий рыбак. Напишите в комментариях, кто шарит, что это за вид рыбки такой, который любит кверху пузиком плавать, а? Прикольные такие именно циркачи, кувыркаются, круто. А тут процесс продолжается полным ходом. Мы выбрали такое живописное место. Где будем хоронить этих бедняжек? По всем традициям Валхалы и викингов, потому что они настоящие воины, мы поджигаем их корабль и будем запускать их в таком живописном, красивом месте. Все подписчики попрощались или нет? Так, еще подожди, еще подожди. А куда оно уже горит, Миш? Тогда все, давай, запускай. Видишь? В путь. Оно... В другую сторону. Все. Кто-нибудь из подписчиков прочитает молитву викингов? Внесем маленькую нотку чего-нибудь развлекательного и полезного, ребята. Где же можно заработать бабосик, но при этом не то, что не вникать, а при этом еще и наслаждаться. Да, Майки, наслаждаться процессом. Для меня это сайт UpX. Вы просто играете в разных режимах, а если фартит, то и зарабатываете. Сейчас покажу. Закинули деньги на счет. Я обычно играю в краш режиме. Делаем ставочку. Давайте 900 рубчиков и нажимаем играть. Ставка принята. И сейчас будет возможность забрать досрочно. Оп! Забрали досрочно и выиграли. То есть, если вы успели нажать забрать досрочно, хотя если бы я не нажал, то вот прикиньте, я бы утроился. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой. Могли в 4 раза больше поднять, зато уверенно выиграли. А в разделе бонусов можно получить 50 рублей просто за репост. И даже каждые 15 минут можно крутить и получать на халяву подарочки.
И... оп, поздравляем! Приятно! И деньги выводятся в течение нескольких минут. Если есть желающие и кайфануть от игры, и при этом заработать, ныряйте, ссылочка закреплена в первом комментарии. И Лекси подсказывает, что нужно обязательно вникать и разбираться. Есть очень много отзывов на сайте, поэтому обязательно заходите, читайте и играйте. Собралась компания самых близких. Есть пару слов, которые можно сказать в напутствии? Я, конечно, не могу сказать, что я прям очень расстроена. О, фу-фу-фу-фу-фу, это же были наши питомцы. Они как-то не получилось у них прям зайти этой колонии. Прям так опечалена тем, что муравьев в нашем доме станет чуть меньше. Ладно, не, на самом деле, разве так можно? Это живые существа, за которыми Миша не уследил. В смысле не уследил? Вообще непонятно, что произошло, почему колония так взяла и просто вымерла. Целая колония, вы представляете, и матка, и все работники. Это твои вторые. Первых ты любишь, вон они и расплодились, а вторых ты, видимо, не так любил, поэтому они не чувствовали вот этой отцовской любви полноценной. Вообще ничего подобного, вот прям ничего. Вообще на днях, ребята, мы нашли в доме стайку маленьких муравьев, и я подумал, что это те, которые сбежали именно с этой фермы. Я их всех засунул. Да, я за каждым, я каждого аккуратно поймал и засунул к ним в формикарий. И тут начался такой жестокий, лютчайший замес. Те жильцы, которых вот мы сейчас будем хоронить, они начали максимально атаковать. Они как настоящие викинги просто защищали свою территорию, набросились. И за одну секунду, вы посмотрите, просто хватает этого маленького муравьишку и пополам. Просто лютейшая расчлененка пошла, просто кошмар. Это какая-то жесть на самом деле. Они захерячили всех мелких и вот сложили все трупики, вы представляете? Расчлененку, вот отдельная у них прям комната для расчлененки. И тут стоит именно боец, который встречает всех новеньких и херячит. Для меня это на самом деле очень грустненький момент, потому что вы представляете, целая колония, целая цивилизация, то есть целый народ взял целые вот такая нельзя, какая-то чума, эпидемия. Что с ними произошло, я даже не представляю. Война. Из-за чего? Пришла войну. Война, но войну-то реально. Они победили, реально, они выиграли они войну. Победили. Может, битву. Им действительно эти мелкие смогли нанести много таких маленьких травм, после которых, ну, стали жизненно опасные, после которых не смогли выжить реально муравьишки. Как это произошло, непонятно. Вот так вот на морозе и рыбалочка да помаленечку идет. А еще буквально, вот, да можно сказать, позавчера были на зимние рыбалочки, и что-то у нас не зашел процесс. Привет. Все. Поздоровай. Что-то я не понял, мне очень доброжелательно. Нас тут охранная собачка встретила. Есть, есть контакт. Чтобы вы просто понимали, какой ветер. Если вот я отпускаю, смотрите, как ее уносят. Сейчас. Капец. Арман интервьюер. Что ты хочешь передать себе в будущем? Чтобы я дальше шла к своим целям. Давай пять. Вообще красава. И мне тоже. А ты что себе целям. В прошлом скажешь? В будущем если целям. Ты вернешься в прошлое, что ты скажешь? К будущим в целям. В прошлое, если вернешься, что скажешь? Опять скажу, будущее к целом. В целом будущее. Походу мы в петлю времени попали. А вы давно здесь уже стоите? Мы просто с лодкой сегодня приехали. Хотим нормально и рыбку съесть, как говорится. И на что-то съесть. То есть, ну, я как бы рыбку, то есть, ну, и взял кто напарника. Прикормка? Вкусненько, да. А ты такой небалованный. Прикормки? Окей. Она вкусно пахнет. Когда уже будут эти технологии, чтобы вы тоже ощущали этот запах, эту прохладу, вот эти вот цветочки, идешь, все так цветет, все вот эти вот зверушечки цверинькают. Круто, очень круто. Представляете, как это будет круто, когда мы не просто голосовые или кругляшочки будем отправлять, а реально хоп, и запах отправили. Или еще круче вкус, прикиньте. Ох, какие пранки можно будет делать. Майк, Рокки и Лекси, чувствую, будут подписчикам отправлять, пранковать.